Электронную книгу памяти создают в Тобольске. Ее данные войдут в базу общероссийского портала «Малая Родина. Книга памяти» и будут в открытом доступе для всех желающих. Сбор информации завершится в 2025 году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Чтобы включить сведения о своих родственниках, участниках войны в электронную книгу памяти, необходимо уточнить, каким военкоматом они были призваны, обратиться в одну из библиотек Тобольска, где специалисты сделают ксерокопии документов и внесут информацию о ветеране в таблицу. Можно также самостоятельно занести информацию в Google форму. Ссылку можно найти на официальной странице движения «Бессмертный полк России» в Тобольске в социальной сети ВКонтакте.